Добрый день, друзья. Сегодня у нас вот такая Nokia 625 и замена стекла. Это у нас работает. Забираем телефон. Снимаем заднюю панель. Давайте сразу проверим стекло, тачскрин. Рабочая. Ставим. Телефон можно не выключать. +350 градусов приблизительно. Нагреваем стекло. Достаточно, я думаю. Прогреем еще.
сидит на скотче двустороннем. Таким образом снимаем. Аккуратно с экраном. Греем вверх. Сняли старое стекло, удалим пыль. Посадочный скотч у нас в принципе нормально, стекло снялось хорошо, поэтому можно посадить на него же, если он, конечно, у вас в нормальном состоянии, без кусочков стекла. Практически целый. Если же нет, можно добавить новый. У нас он нормальный. Я думаю, что оставим его же. Удалим пыль. Вставляем шлейф. Смотрим, друзья, чтобы не было зазоров вот здесь, вот между рамкой и стеклом. Стекло должно сесть впритык. Вот так вот достаточно просто меняется тачскрин на Nokia 625 Lumia. Закрываем телефон. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки. С вами был Дов. Удачного дня!